Численность вредителя превышает экономический порог вредоносности в Светлинском, Оренбургском, Ташлинском и Гайском районах, а также хозяйство города Оренбурга. Наземные обработки химическим способом против саранчевых уже проведены на площади 158 тысяч гектаров. С воздуха при помощи самолета Ан-2 реагенты распространены в Светлинском районе на площади 3 тысячи гектаров. Для проведения химических обработок затрачено 47 миллионов рублей. Напомним, указом губернатора на территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Массовое поражение сельскохозяйственных растений особо опасными вредителями стало для аграриев Оренбуржья стихийным бедствием. В области образован штаб организации помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям региона, пострадавшим от вредителей.